казну ханскую для себя самую уберегла на милость нашу. Так нет. Смерти ищет. А ну, опалим казарь. Никогда царь Иван не получит ханских сокровищ. Государь, все исполнено. В подкопах под стенами града 48 великих бочек порохов укрыто. Стрельцы да казаки готовы в сечу пойти. Рви стены. Повелительница, кинжал Сафагири. Мы спрячем казну в древнем святилище дракона. Сам русского царя туда не добраться. Но как быть с главным сокровищем? Один из вас должен сохранить знания для потомков. Но кто он? Кто он избранный? Нужен знак свыше. Сегодня в Москве на Ходынском поле открыт первый экспериментальный военкомат. Заинтересовать призывника службой, а не заточить его в армию силой. Вот основная задача авторов инициативы. Армия сделает из ваших детей настоящих мужчин. Год бесплатного фитнеса, бесплатное питание, форма. От ведущего кутюрье, коучинг и тимбилдинг методом погружения, интересные знакомства... Связистки, медсестры и шифровальщицы. Шуска? Глобальная спутниковая система слежения теперь всегда у вас под рукой. Через год штрих-код сходит сам с собой, остается только маленький теплый комочек в груди. Это чувство выполненного долга перед Родиной. Что у вас, стреляй бесшумно, не испугай. Давай. Опаздываем. Ничего, вообще. Здравствуйте. Не хотите заполнить анкету? А вы из какой газеты? Комсомолка? Я с удовольствием. Знаете, меня зовут Кирилл Николаев. Запомните это имя. Я очень люблю своих поклонников. У меня есть группа ВКонтакте. Всех добавляю в друзья. Сфоткаться? Скоро планируется запись альбома, съемки клипа. Пойдемте со мной. Хоть накрасит. На тебя вся надежа! Где тут воевода? Главное, не надо главного! У меня выступление, дядь, не могу! Нельзя туда, не положено. И раз, два.
Кирилл Николаев. Спасибо тебе, мое сокровище. Как зовут? Вообще-то Оля. Но для друзей Рокси Бокси. Дамы и господа, представляю восходящую звезду, будущий лидер хит-парада Кирилл Николаев. Небольшая корректировка в программе. Занавес! Наш первенец, красавец, орел, вот он, Кирилл Николаев. Прошу любить и жаловать. Сынок, несколько слов. Вы знаете, первая песня, которую я хотел исполнить, это песня Элвиса Пресли, который, как вы знаете, тоже очень любил армию. Поехали. One, two, three, four. Молодец, подготовился. Вот в армии и споешь. Вообще-то у меня номер. И это номер один. Вот он, наш первый призывник. Перепутали, да? Я артист, я и служить нашему артисту, что скажет компьютер, как говорят в Голливуде, and Кирилл Николаев goes to... Я так волнуюсь! Шутка, да? Это шутка, друзья! Шутка! Северный флот! Атомная подводная лодка! Сегодня твой день, парень! Фантастика! Сгущенку любишь? Она на глубине в два раза гуще. Слушайте, а где моя гитара? Не волнуйся, сынок, у нас ничего не пропадает. Вы знаете, я в армию очень хочу, но, к сожалению, не годен. Так. Ясно. Шизофрения. Под психа хочешь. А теперь смотри. Так, так и вот так. А теперь сохранить. Поздравляю, ты здоров. Тебе больше нет в базе. Болезнь побеждена высокими технологиями. Welcome! Эй, красотка! Сколько? Год. На подводной лодке. Я... Ты это о чем? Ага. Какой у нас сегодня курс? О, точно! Один долг перед Родиной равен 50 тысячам долларов. И гуляй, Кирюша. Я же не Джастин Тимберлейк. А я не король Саудовской Аравии. Все через бухгалтерию. Вот это яйцо. Доктор, подхожу ли я в космические войска? Мне очень надо подойти. Понимаете? Хрусталев, это опять вы. Да, это я. Даю тебе 7 дней. Сумма не обсуждается. Потеряем бойца, зато купим радар. За НАТО будем наблюдать. Простите, великодушно. Вы тут воевода, воинспец. Чего? Да важно, вся надежа, вся надежа моя на вас. Чего? Куда? Хрусталев, у вас призывной возраст уже истек. Доктор, я не шучу. Я должен защищать планету. Вы мне опять мешаете работать. Одевайтесь и... чтобы я вас больше не видела. Простите великодушно. На вас вся моя надежда. Я за вами. Штаны приспустите, ждите очереди. Миленькая моя, я же не свататься пришел. Повернитесь и наклонитесь. А? Грехи наши тяжкие. Внученька, да у меня уж этого-то уж не того. Ветеранские-то не начисляют. Давайте-ка, дедуля, на выход.
Психиатр принимает в соседней палатке. Миленькая ты моя, я ж помереть могу. Мне Штайну надо успеть рассказать. Хрусталев! Хрусталев! Я здесь. Вы хотите в космос? Да. Ну так помогите мне. Молодой человек. Хрусталев, выведите его отсюда. Покиньте помещение, это в ваших же интересах. Алло, алло, сходи! Вот! Слушайте, я же не псих, у меня ж письмо. Вот оно письмо ведет к золоту, ведет. Это казна казанской ханши Тюмбике. Древний документ. Интересная печать. Рептилия. Гибрид Трихоноптерикса с велоцираптором. Стоп, эти знаки я узнаю. Инопланетная письменность. Это настоящее. Настоящее. А на печати Змей Зелан. Настоящее. Откуда это у тебя, землянин? Из Казани. А Казань это где? Сынок, экспедиция нужна. Возьмись, не пожалеешь. Там тысячи, тысячи миллионов. В долларах. Я посмотрю. Иван Афанасьевич, нехорошо. Мы за вами полдня бегаем. А мы не кенийские зебры, нам полдня бегать тяжело. Вот они! Ироды из казенного дома! Он документики никакие не показывал? Не, не было такого. Мы не видели. Ладно, пойдем. Вы приближаетесь. Да, Эдж, кто такие? Скорая мы, не видите, человек плохо. Живой? Живой. Через служебный у нас так, здесь праздник. Так, ну-ка, солдатик, посторонись. Одна надежа. Любаська, а что у вас тут происходит? Не урология, а бедлам какой-то. А, аватар. Ну что у нас с космическими лучами? В пределах нормы, товарищ полковник. Вы прибыли. С утра уровень был слегка завышен, но гамма-всплесков я не обнаружил. Могу измерить прямо сейчас. Отставить. Шеля, марш. Есть. Товарищ капитан. А вы что тут за ферму развели? А вот вы, товарищ Морковников, почему вы врываетесь в кабинет без стука? Почему вы все время на меня кричите? Все, хватит! Люба, Люба, Люба! Надоело! Больше вы меня здесь не увидите. Скотик, пойдем. Ну что, Кирюша, нашел, где спрятаться? Я тебя, артист, теперь не только в урологии. Я тебя в проктологии найду. Забыл? Не подбросите! Поехали! Девушка, это в Казань самолет? Казань, Казань. Проходите. А вы тоже с нами полетите? Конечно, с вами. Жми педальку в пол, землянин. Улетаю скоро. Скоростной 4G подвод мегафона
за 1990 рублей с бесплатным графиком на 2 недели с момента активации тарифа. Из Москвы, что ли? Я? Куда ты прешь? Поворотник учать надо! Ну никакого взаимоуважения! Студент, что ли? А, вроде того. А, ну смотри, студент. Это наш Кремль. Белый. Ему, в отличие от московского, краснеть не за что. А это башня Симбика. По телефону болтает она. Права где купила. Знаки для кого вешу? За тебя спрашиваю. Послушайте, вы меня обещали к озеру отвезти. Так и самая короткая дорога, уважаемый студент. Что-то мы долго едем, аж самой короткой дорогой. Озеро Кабан, говоришь? Так ты что, за сокровища приехал, что ли? А? Озеро посмотреть. Озеро? Вот эти дураки проклятые на старых машинах просто бесят меня. Выйдут на левую полосу и ползут себе. Спасибо. Ну, люди, ну не тупите вы на дорогах, а? Приехали. А, смотри. Твои друзья тоже ищут. Экологи. Из-за границ прикатили, дно очистить. Ну ты видал, а? Что в америкосы за так что-то делали, а? Так что придется в очереди постоять, колдоискатель. Это озеро Кабан? Озеро Кабан. А очередь мне не с чем занимать. У меня пригласители. Дверью не хлопай, студент! Конечно, это же реликтовый ящер, вроде лохнесского. Только наш, российский, казанский подвид, возможно, водоплавающий. Скотик Фу. Легенда скотик всегда имеет основу. Люди увидели рептилию, а подумали, что дракон. Наконец-то мы займемся настоящей наукой. Будем копаться в костях ископаемых. Они в штанах призывников. Правда, скотик? Хватит жрать всякую гадость. Осторожней, дура. Кто дура? Языком следи. Слышь, ты... Санитарка? Нет. Так-так-так! Смотрю, вам тут нечем заняться. У нас лицензия заканчивается через неделю. Если кому-то непонятно, то через 7 дней. Работаем, работаем! Совсем от рук отбились. Казань, день первый. Расшифровка кодовой шифрограммы дала местонахождение инопланетного корабля. Дело осталось за малым. Идентифицировать его энергопотоки, откопать из-под толщи песка и ила, обнять папу, поговорить за жизнь и улететь с этой непригодной для жизни планеты. Скотик, мы должны его поймать. Войны экологов с экологами за экологию. Меня зовут Кирилл Николаев. А это ж 100 просмотров сразу. Ну, ты? Гулечка, как я рада тебя видеть. Но ты совсем не изменилась.
Знакомьтесь, это Гульнара, моя подруга. Мы с ней вместе учились на археологическом. Учились? Только меня отчислили твоими стараниями. Ну, прости меня, но по глупости произошло. А я вот вернулась из Америки с миссией мира. Мы ищем опасные метановые скопления. События развиваются стремительно. Вот это экшен. Мальчик режет канат экологов. И теперь будет наказан экологически чистым веслом. Это ж сразу к Малахову в путь говорят. Автор жжет! Очень опасная работа. Какие метановые скопления? Ты ищешь ханские сокровища. Сокровища, Гулечка, ну какая ж ты фантазерка. Хочешь, я тебе всю нашу документацию покажу? Пойдем? Пойдем, пойдем. Давай, ходи. Девчонки, накройте на стол. Сюда и направо. Пойдем. А мой ник Кирилл Суперстар Николаев. А сейчас у меня в планах запись первого сингла, съемки видеоклипа, конечно же, и у меня, знаете... Гость, на подводной лодке. Поспешай, осталось 6 дней. Какая же глупость, а? На резиновой моторной лодке. А главное, я не пойму, ну, чего ты этим тараном хотела доказать, а? Тоже мне Гринпис. Ну что, где письмо Сюембике? Если ты мне не скажешь, то мне скажет этот твой дружок. Да, женское тело отличается от мужского. Расскажешь, где свиток? Хочу сначала вам сказать, что вы чудо. Никогда не видел краше. А вы не могли бы распустить еще и узелочки? Жмут. Дело даже не в этом. Просто я здесь лишний. А ее я вижу в первый раз. И больше смотреть не хочу. Да врет он. Точно врет. В Москве он был с дедом. А я думаю, где я его могла видеть? А это ты тоже случайно нашел? Да. Вот и все. Я всегда говорил, что женская интуиция потрясающая вещь. Брат, ты чего? Ты чего? Да я вообще только за китайцев болею, брат! Нет! Доктор Ли! Подождите. Ладно, пойду поплаваю. Гуля, да? Слушай, скажи им, что я тут ни при чем. Скажи им, что я здесь ни при чем. Стерва! Одна часть письма уже у меня, а где вторая? А вот где вторая, скажет нам Гулечка. Ну, хорошо. Тогда начнем с тебя. Ты кто и на кого работаешь? Да я ни на кого не работаю, я на правительство. Какая фантазия. А вот это, видели? Вот это. Меня уже ищут. И меня найдут. Спутниковая система. Меня не то, что здесь. Меня в проктологии найдут. Ресать.
Она мне нужна. Узнать, где вторая половина. Ее оставить. А мальца кинь по башке. Я не убийца, а археолог. Может, сдаться? Или руку отрубить. Потом сдаться. Я не поняла, а где гости? Где гости, а? Где они? Только что тут были. Где они? Списали. На нашей лодке. Ты что, их упустил? А я тебе говорила, ты во всем виноват. Захлопни пасть, боевой пингвин! Сделайте хоть что-нибудь! Если они доберутся до полиции, нас посадят! Никто никого не посадит! Они живы? Оклемаются. Но лучше отвезти в больницу. Один квартал отсюда. Я их отвезу. Я местный. Похоже, криминал. В полицию надо. Нет, это у нас обычай такой. А, жертва змея. Погрузить поможете? Ну не мог я его там бросить. Вы слишком крепко привязаны были. Друг к другу. Не, ну а что мне нужно было делать? Руки ему отрезать. Ну и отрезал бы. Длинный выпуск новостей. Чрезвычайное происшествие. Ночной взрыв на озере Кабан. Что это было? Что взорвалось сегодня ночью посреди озера? Нам удалось взять комментарий у главы экологической экспедиции Дайаны Джонс. Произошел самопроизвольный взрыв опасных метановых скоплений озера Кабан. Наша экологическая экспедиция делает все для того, чтобы предотвратить возможную трагедию в центре города. А не затащить его в армию силой. Вот основная задача авторов инициативы. Гостям военного шоу в торжественной обстановке был представлен первый призывник этой экспериментальной системы. Отдать долг родине, отслужив год на подводной лодке, выпил простому парню из Москвы. Здрасте. Доброе утро, дедушка. А вы правда спецагент? В глубоком прикрытии. Связь только в экстренных случаях, но это государственная тайна. Что же ты вчера, как последний трус, шкуру свою спасал?
Знаешь что, гражданочка, если бы не мое природное обаяние, вы бы сейчас здесь не сидели и не умничали. Чтоб таращиться на Динару, спецподготовка не нужна. Почему бы не потаращиться? Она сексуальная женщина. Лицо у нее умытое, укладка у нее модная. Ты на себя посмотри. Сразу видно, следит за собой женщина. По салону, наверное, ходит. Косметолога посещает, в отличие от некоторых. Темпераментная. Это Шурале. Типа леший. Mm-hmm. Татарский народный фольклор. Дедушка вырезает. Папа? Папка? Я знал, я верил, что ты не бросил меня, папка. Глазами на свой дом и лицом. Ясно. Я знаю, где искать тебя. Мы встретимся. Мы обязательно встретимся, папка. Слушай, а вы с Гулей? Вы с Гулей, ну, это самое, вы с ней? Или так, родственники? Нет, не родственники. Но мы с детства вместе. Нас мой дедушка Азим воспитывал. И это имей в виду. Если хоть кто-нибудь ее тронет. Переоделся? Руки, ноги целы? Можешь идти. Ну что ж ты в конце концов? Человек столько пережил. Поедем в полицию, расскажем все, как было. Правильно, езжайте. Езжайте, сорвете всю операцию. Второй части письма у вас нет, а в моей конторе привыкли делать копии. Откуда вообще письмо у тебя? И что за дед, про которого Динара говорила? Дед Иван. Был такой. Я как раз расследую его исчезновение. Короче, как я понял из вчерашнего общения со старой подругой, у вас есть одна часть письма, у меня вторая. И, как говорится, мы созданы друг для друга. Я, конечно, все мог бы сделать один, но вы мне симпатичны. Жить без риска не добьешься славы. Спроси четвертое око, что живет на седьмом небе башни, как стрела и три тьмы проложили дорогу к пасти дракона. Там всегда это было и будет. Его кабан глубокий веками хранит. А ты вот прям уверена, что правильно эти закорючки переводишь? Это древнебулгарский. Гулю родители научили. Они были археологами, занимались древними языками. Четвертое око на седьмом небе башни. Башня. Башня Сьюмбике. Кирилл! Сейчас вернусь, Лидия. Секунду. Никуда не уходить. Я прошу прощения, налаживал связь с центром. Центр у той красотки был на уровне груди. Башня Сьюмбике. Сьюм кого? Сьюмбике. В переводе с татарского «любимая госпожа». Сейчас она кривовата. Под кайфом строили? Это тебя под кайфом спецагенты отбирали. Это одна из падающих башен. По углу наклона с ней может сравниться только Пизанская. По легенде, ее строил Иван Грозный. А еще посадил сына и вырастил дерево. У башни 7 уровней. Последний 7-й в форме восьмигранника. У каждой грани окна. Если мы правильно поняли, нам нужен 7-й уровень, 4-е окно. Ага, нас прям так туда и пустили. Школота, давай за мной, только лиц попроще сделайте. Куда вы? Зачем вам Кремль-то это? Давайте вам про озеро Кабан расскажу. Там много чего интересного.
А хотите, в татарский театр свожу? Там весело! Ну и где есть четвертое око? Откуда считать? Север там. Раз, два, три, четыре. Четыре? Ты поскреби там чем-то, может, замазали. На это нужно специальное разрешение. Башня Сюмбике – это символ Казани. Да, правильно, конечно. Туристам сюда нельзя. Но я, как главный смотритель башни, я сделаю для вас исключение. Да. Спасибо. Тем более, там у нас работает группа журналистов из Москвы. Ты, наверное, даже на первом свидании не целуешься. Тебе бы свидание даже и не светило. Пишет про нас статью, да, в «Кремлевские тайны». Ты что делаешь? Тайны? Я пытаюсь эту... Алло! Кирилл, это я, Рустем, я внизу. А, ты внизу? Дай трубку Гуле. Слушай, а чем ты меня в Твиттер? Дай трубку Гуле, говорю. Это вас, мадемуазель. Гуля! Да. Даяна Манда. С каким-то мужиком идет башня. Будьте осторожны. Ведь Грозный-то сам Казань не брал. О, не-не-не, он мимо проходил. Ага, с войском шел на Ногайскую Орду. Один опричник ему говорит, что в этом городе живет очень красивая невеста-принцесса, просто неземной красоты. О, а Грозный ему говорит, о, говорит, смотри мне, у меня, на кол посажу. Ну, так пошутил. Ну, зашел пообщаться и влюбился в Сюмбике. А как в нее не влюбиться? Она же это... Красиво. Я знаю, что красивая. Мне все это говорят. Грозный в Казани не только Кремль построил, а оставил по некоторым сведениям после себя многодетное потомство. Поэтому для каждого жителя Казани Грозный второй отец. И вот, наконец-то мы находимся на седьмом уровне башни Сюмбике, где, согласно древней легенде, и произошли самые драматические события. О, журналист потеряли. А где они? А? Товарищи журналисты! А зачем нам журналисты? Нам и так хорошо. Господин смотритель, а у вас... Супруга есть? Нет. Ну, в смысле, да. Ну, в смысле. А что? Хотела узнать, как она относится к экскурсиям втроем. Втроем? Вы же смотритель. Смотреть любите. Сфотографируй все. Снял уже. Ну тогда пошли. Чисто. Давай ты. Можно все так? Пару раз. Вылезем, залезем. Что это? Это сотрясение! Стрела. Стрела указывает направление. Чего? Как стрела и три тьмы проложили дорогу к пасти дракона. В той стороне озера. Я думал, все, вы свалитесь. Я видел, как ты сорвалась. Но Кирилл красавчик. Да, я знаю. Чуть не угробил нас твой красавчик. Здрасте. Здравствуйте. Акбарсбанк.
А, значит, 3 километра по направлению стрелы от башни. Это значит... Это значит, что раньше в аршинах мерили, а не в километрах. Я просто проверял тебя. Один аршин — это у нас... Один аршин 72 сантиметра. Значит, 3000 аршинов — это 2 километра 120 метров. Это прямо на берегу какое-то здание. Что за здание? Национальный театр Камала. Только этот, давайте вначале поедим, а? Я есть хочу, аж живот крутит. Я кое-что нашла. В 80-х годах при закладке фундамента театра строители обнаружили стену со следами древней письменности. Предположительно, древнебулгарской. Знаки письменности выбиты прямо на камнях в самом центре стены. Стену удалять не стали, как, впрочем, и исследовать. А вдруг это вход в сокровищницу? И этот вход совсем рядом, прямо в подвале театра. Так. Театр Камала. Схема. Подвал. Пожалуйста, шампанскую, а вот за тот столик. У нас шампанское осталось только за 5000. Не надо. Это древняя стена и сейчас находится в подвале театра. Все, что нам нужно, попасть туда. Попасть, да, нужно. Гуль, а... Гуль, ты чё? Ты на чай оставил? Гуля! 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 До свидания, спасибо, всего хорошего. Гуль, у спецагентов всегда много женщин. Джеймс Бонд хренов, эгоист похотливый. Так, давайте прекратим истерику. Это маскировка. Слиться с толпой, не привлекать к себе внимания. Я тоже так хочу сливаться с толпой. Брат, для этого нужен недюжинный талант и тренировка. Станешь таким же, перестану общаться. Ай, дилетанты, эта легенда максимально подходит для данной ситуации. Окей, в качестве извинения приглашаю в театр. С меня билет. Оу. Брат. Боюсь, в театр тебя не пустят, там, понимаешь ли, спектакль для совершеннолетних, так сказать, эротический. Тебе сколько? 47. Там только 48. Ну ничего, малыш, через год посмотришь. Трогай! Не-не-не, не трогай! Не трогай! Быстрее! Победа на Дакаре еще раз доказала, что КАМАЗы – самые выносливые грузовики. Предлагаю сходить в буфет. Я угощу. Да подожди. Опа. Ребята. Живы, родные мои. Гульчика, я так рада, что с тобой все в порядке. Слушайте, а третий звонок уже. Ребят, вы на спектакль не опоздайте. Ну какой уж тут спектакль? Что там у вас? Не стоит. Я правильно сделала, Ли? Чуть-чуть, локатуч. Вот так. Я так долго думала о нашей первой встрече. Неправильно все началось. А что там? Держите! Вперед! Открой! Занято! Говорят, занято. Скорее! Так, вниз! Ну что, опять вниз? Да, нам в подвал. Звучит романтично. Давай скорей! Вперед! У них есть план, они что-то здесь ищут! Как в городе было в Казани, грозный царь пировал, да веселился. Мама. Царь под воду подходил, да под Казань городок. Он под копы подкопал, да под Казань под реку. По плану это где-то здесь. Что ищем? Там должна быть дверь. Открывай. Что, серьезно? Открывай. Прости, пап Карла. Поехали.
Вперед не пропускаю. Это может быть опасно. Вот она, стена. Кирилл, мы нашли ее. Буквы выбиты на камнях. Прямо в центре стены. Где-то должен быть знак. Они не случайно в театре. Они что-то здесь ищут. Искать их! Вот они. Кирилл, выбей этот камень. Я не могу, историческая ценность. Вытаскивай быстрее, бей его. Времени нет. Держи. Пониже. Шатается, прогнило все. Черт. Кроссовки испачкал. Давай дальше, тяни, тяни. Осторожно. Еще всю стенку теперь ломать. Знакомые каракули. Это древний булгарский. Перевести сможешь? Похоже на замочную скважину. А где сокровища? Это отверстие для ключа. За теми камнями вход. Спасибо, Кэп. Ключ-то где? Скорбь покоится вечно у ног моих. Это, наверное, про мужа Сюмбике, хана Сафагирея. Его гробница находится прямо под башней Сюмбике. Видимо, там ключ. Узда Булата Булатного. Булат Булатный? Это меч, что ли? Раньше все с мечами, как с мобильниками ходили. Стой! Ну, конечно, меч или кинжал? Кинжал — это ключ! Ты гений! Отряд атакует, но почему Сюмбике с Грозным? Упс, Боже, упал. Стойте! Я царь Московской и всея Руси! Как играют! Как наши поделили один вид. Тише, мама, тетр. Давай сюда. Держись крепко. Я, кажи ныне, оставляю вас! Улетели! Вставай, пошли! Бежали! Держи! Держи! Я хочу.
Пошли, 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 пошли. Ну да, вперед. Руки. Пошли. За мной. Давай. Куда ты меня тащишь? Давай за мной. Нет времени объяснять. Вот они. Тут должен быть лифт. Ребята, подождите. Стой. Куда? Пошли. Там нет ничего. Лолечка. Я не пойду. Никуда мы, ребят. Ну, нам же поговорить надо. Подождите нас! Вниз по крыше! Мамочки, тихо! Тележку! Я не пойду! Ну, пока! Я поведу. По-твоему, я плохо вожу? Двигайся, женщина! Ты не знаешь, куда ехать! Ай. А это механика, да? Ну, теперь показывай, куда ехать. Домой. А спектакль, кстати, был очень неплохой. Ты была как маленький крылатый воробей. Пойдем, покажу кое-что. Давно хотел спросить, это яхта деда Азима? Да нет, это просто старенький корабль. Он почти не плавает уже сейчас. Я люблю здесь бывать, подумать о чем-то своем. Смотри, аккуратнее упади. Это ты мне говоришь? После сегодняшнего? Ты знаешь, когда я была маленькой, я часто залезала на деревья с мальчишками. Падала, все ноги в кровь разобью. Больно, просто ужас. А мама споет песенку. Знаешь, уходила боль. А кто твоя мама? Археолог. Родители пропали без вести во время экспедиции. Дед Азим приютил меня. В 30 языках знаю фразу, я вам ничего не скажу. Но это государственная тайна. Подожди. А? Прости меня. Ты не трус и не эгоист. Я не доверяла тебе, а ты все равно помогал. Ты смелый и искренний. Извини. Смелость и искренность. Меня тогда в школе прозвали. Подожди. А? Мне нужно тебе кое-что сказать. Давай. В озере нет сокровищ. Нет там никакого золота. Я врала.
Ну, может быть, золотая цепочка с кого-нибудь слетела? Если эта золотая цепочка весит 20 килограмм, то это сойдет. Там источник, непростой. Упоминания о нем есть в мифологии всех народов. Это живая вода, сок земли. Я читала диссертацию отца, они с мамой собрали все доказательства. Это шутка? Нет. Мне очень стыдно. Ты говорил, что сокровища направят на пенсии ветеранам. Конечно, ветеранам. Конечно, ветеранам. Кому еще? Не мне же. Пенсионерам все сокровища отдадут. Больше-то некому. Больше никому деньги не нужны. Я верю своим родителям. Они доказали, что живая вода существует. Послушай меня. Если бы твоему дедушке к пенсии добавили сок, он бы обрадовался? Возможно, сокровища там когда-то и были. Но где они? Я понятия не имею. Я не их ищу. Но ты не переживай. Сок земли тоже может помочь ветеранам. Эта вода лечит болезни, продлевает жизнь. Тебе за это, может, внеочередное звание дадут. Даже знаю какое. Матрос срочной службы. Я знала, ты поймешь. Ведь деньги в жизни не главное. Знаешь, а к черту все. Я тебе тоже скажу правду. Я никакой не спецагент. Я артист. Начинающий. Все ясно. Ты хочешь выйти из игры. Мы тебе больше не нужны. Ты свободен. По-моему, я дебил. Голь, подожди, слышишь? Ничего не отменяется, слышишь? Ты права, пусть у пенсионеров дома будет горячая вода, холодная и волшебная. Я не против, я даже за. Мам, а где папа? А твой папа улетел. А он инопланетянин. С планеты Сириус. Мам, а мы к папе на планету полетим? Я точно нет. А ты, может, и полетишь. Когда вырастешь. Давай, иди жрать. Давай. Садись. Чё встал? Котик, ко мне! Интернет-газета «Утро». Ключ от входа в подземелье мечется в Агирии. Кирилл догадался. Еще б Кирилл догадался, как нам его достать. У меня, брат, тариф экономный. Одна догадка в день. А вот наш ножичек. Это что, князь? Ну, теперь мы знаем, как он выглядит. Придем в музей и скажем, дайте нам, пожалуйста, вот этот вот кинжал. А что, можно так? Состояние. Туда так просто не попасть. Делов-то. Разработаешь операцию, охмуришь вахтершу. Ты же это умеешь. Слушай, я клянусь, в свой день свадьбы никогда бы не поперся в музей на ножик смотреть. Рустем. Да нет, в Национальном музее есть такая услуга – проведение торжеств. Шпионом, засунь свои чувства подальше. Ага. Тем более не волнуйся. У меня с ней все не по-настоящему. Пойдем, милая.
Пояс верности. Титановый сплав. Еще одна по залету. Хорошо. Подняли глаз. Хорошо. О, Господи, что с ней? Ну что, дедушка? Ну что ж за вами никто не следит? Перетянула корсет. Я же и говорил. Воду! Воду! Быстро! Скорее! Шевелитесь! Пошли, пошли! Скорее, скорее! Пошли, пошли! Будешь фотографировать! Давай, давай! Убирайте паралитика. Вторая часть письма в кресле. Ну, дедуль, вставай. Ну-ка, дай-ка стульчик. Мой любимый кресло! Это чужой кусок. Не раздевай. Роток. Тебе и перцу к сердцу. Ошиблась? Что ушиблась? Наперед, наука. Юбка. Стиль дракона! Стиль дракона! Придумал я! Ну, сделайте что-нибудь! Давай. Скорую надо вызывать. Как телефон скорой? Искусственное дыхание надо рот в рот. Только без языка, а? Знаю я вас, молодых. Живая! Приберемся маленько, а потом вместе и попьем чай. Итак, первые поиски в озере не дали результатов, будем рассуждать. Логично. Памятник отцу здесь, светило там. Берем одинаковое расстояние. Театр Камала здесь, поиск Андромеды там. Хочу. Ага. Наполовину я все же человек. Ой! Человек! Мамочки! Да что ж? Да что же это, Господи? Ой! Хрусталев! Это опять вы!
что за скорая? Дедушке плохо. Там Даян! Там Даян! Даян! Ты чё ждёшь? Официального приглашения? Тебе одному не справиться. Звони руководству. А сколько время? У них обед сейчас как раз. Тогда звони в полицию. Точно-точно надо звонить в полицию и сказать, что мы ищем волшебную воду. Если они что-нибудь сделают дедушке, я что-нибудь сделаю тебе. Мне что раньше было с этим предложением? Да что это за мной? Ничего я не хочу. Кроме тебя, моя малышка, я уведу тебя в степь, на Лихомском коне. Ты что ему вколол, а? Сыворотка правды. Я подарю тебе платок и сапожки с каблучками, а ты мне тебе пейка и вышитые штаны. Сапожки с каблучками, да? Вот только семья у меня строгих правил. Поэтому потребуется колым в виде сокровищ. Их недостаток. Все ищут их на дне озера. Это ошибка. Сокровища не там. А где? Под озером. Пещера. Там смертельная опасность. Не вздумай туда ходить. Невеста моя. Слушайте, вы можете разобраться, а? Сейчас вся Казань тут соберется. Оставлять оружие в машине непрофессионально. Что там происходит, а? Иди посмотри. Не вовремя, дедуля. Пошли, топай-топай, хирург. Давай. Присаживайся. Всем стоять на месте, руки за голову. Дедушка. У вас свадьба? Сабалда. Поздравляю. Что с дедушкой? Если хочешь, чтобы он выжил, надо перелить кровь. Стоять! Спасибо за поздравление. Печки! К печке, сказал! Быстро! Спокойно, спокойно, иду! Кирилл, бери деда и езжай, я их постерегу! О. На предохранителе. Понял. Давай, дедуль. Дедуль, ну-ка! Тяжелый. Ножками давай. Топ-топ. Удачи! Спасибо, Рустам! Не оставляй на улице этих. Идем, идем. А вы в дом пошли. Давай, Усатый, помоги девочкам. Москвичи, быстрее, это два противоположных понятия. Служи ты меня, я охранитель, дай мне сокровищ. А? Отлично. Мы тут из кожи вон лезем, чтобы их найти, а у нас дома хранитель сокровищ беляши лепит. Дедушка, продолжай, говори. Где симпатичная девочка? Тут была где она? Красавчик. Хочешь, я дам тебе вторую часть письма Сюмбике? Да. Возьми. Она у меня здесь. Вставай! Вставайте! Не-не-не, вы-то лежите! А вы стой! Иди сюда! Стой! Повернись! Здесь! Ты шалун. Стой, стрелять буду! Стою, стою.
Повернись! Вали его! Хорошо, что без перелома обошлось. Изверги какие-то. Дайте я медработник, врач, уролог. Спасибо, землянка, что все время заботишься обо мне. А вы укол от столбняка сделали? Помогите, тут человек умирает. Я за врачом. А вы кто? Поверить не могу. Все знал и молчал. И скоро снова замолчит, когда действие этой штуки закончится. Я такое видел в кино, на работе. Тут главное правильно задавать вопросы. Дедушка, какую тайну ты хранишь? Под озером кабан есть пещера. Там источник. На вид простая вода, но это... Это мы знаем. Живая вода и все такое. А там есть сокровища? Вода сокровища. Что? Что вода? Что ты заладил, вода? Что она людей оживляет или что? Кирилл, успокойся. Я спокоен. Просто мне нужно потом что-то в рапорте указать. Сок. Земли много и что делает. Но действие его не вечно. Нужна подпитка. А доказательства есть? Я доказательства. Хранители знали опасность сока земли. Он притягивает к себе. Мне дали флягу и отправили в путь. Золотой казан в подземном хранилище закрывает вход в пещеру, как замок. Вода дает много сил, заживляет раны. Выпив воду, можно даже не дышать. Источник – это самая великая тайна казанского хамства. А золото скрывает сок земли от жадных сердец. Но все, кто знал, где находится это место, были обречены. Чтобы не выдать тайну Ивану Грозному, хранители должны были погибнуть вместе со своей повелительницей. Я волею небес стал тем, кто пронесет знания через века. В неравной схватке Казань пала. Казна где? Иван Грозный так и не узнал тайну сокровищ. Сок земли вобрал в себя жизнь многих людей. Он имеет не очень приятный вкус. Это и спасло меня. Голодный оборванец, который на меня напал, Иван, был стрелецким дезертиром. Он всего лишь искал еду, а нашел бессмертие. Ну а что было дальше, дедушка? Нас осталось двое, Иван и я. Секундочку, подождите. Это значит, что вы теперь с этим дедом Иваном как... Горцы бессмертные, что ли? Нет, сок земли замедляет старение.
Он действует долго, но не вечно. Пещеру охраняет змей Зеланд. Да. Так вот, зачем этому деду Ивану нужно было в Казань? Живая вода ему нужна. Извините, пожалуйста. Привет. Скучала? Я безумно. А знаю, что вы ключик нашли. Этот милый юноша совсем не умеет врать, особенно когда его бьют. А предлагаю обмен парня на ключ на рассвете у театра. И дедушке пламенный привет. Да пусть убьют Рустика. Нам же легче. Мы его потом живой водой окропим и все дела. Звоню, пишу, хоть бы хны. Пришлось лично. Ты у нас, Кирюш, не морячок. Ты у нас сказочник. Морячок? А он тебе ничего не рассказывал? Я как раз собирался. Гуля, подожди, Гуль. Ну подожди, ну... Гуль, подожди ты. Не трогай меня! Спецагент, задание. Ты от армии откосить хочешь? Да я уже 100 раз отсюда мог уехать, но я не уехал. Я остался здесь. Ради тебя. Тёлки и бабло. Это все, что тебя интересует. Бабник. Что? Ты серьезно? Подожди. Продолжайте движение через 10 метров. Поверните направо. Возьмите левее. Послушай, ну прости, прости, я знаю, я виноват. Я должен был сразу тебе все сказать. Но я сам себя за это ненавижу. И я тебя ненавижу. А я тебя. Я все сделаю сама. Золотые слова. Праздничная. Сотрудничество расторгнуто, агент. Может, армия сделает из тебя мужика? Комиссии подготовился. Похвально. Товарищ полковник, вам еще нужны деньги. Глупый вопрос, рядовой Николаев. Не мне, армии. Я так и думал. Развяжите меня, сегодня они у вас будут. Берегите ногу. Поставлю. Привет. А мы тебя все ждем. Я за Рустемом. Да, у нас есть такой товар. Эльза, цена сокровища Сюмбики. Недорого. Берем? И что? Нужно сказать им Сима, откройся? Живы, живы.
вот и следы преступления. Этому преступлению, как минимум, лет 450. Девочки, разбираем камни. Глюкоза, ты то ли будет как новенький. Я уже как новенький. А вы кто такие? Я уролог. Я уфолог. Я думал, меня в раю встретят ангелы и гурии. Где Гульнара и Рустем? Интересно, где мы сейчас находимся? Скорее всего, уже под озером. Считаешь меня стервой? Возможно. Только лучше быть стервой, чем дурой. А ты что, этим тоже задолжал? Не-не-не, товарищ полковник, эти идут из чистого любопытства. Ладно, не смеши мои погоды. Прелестный тупичок. Что застыли? О, смотрите, какая стрела. Это ловушка. Да ты что? Разворачиваемся и идем обратно. Среди нас же есть герой. Давай. Вперед. Давай, давай. Тебе повезло, что я девушек не бью. Возьмите. Дайте мне фонарь на лоб. Быстро! Рустем, будь осторожен. Смотри под ноги. Гуль, все нормально. Светите сюда. Если за тем поворотом опять ничего, меняем курс на обратный. К закрытию военкомата еще успеем.
кажется, они. Давай. Здравствуй, безбедная жизнь. Кирюша, ты только что получил пожизненную отсрочку. Обыскать! О! И женишок тут как тут. Слыши руки. Оружия нет. Чисто. Товарищи! Это же Зеланд. Вы сделали открытие окаменелость. Как долго я тебя искала? Это сенсация. Пирамида, усеченная. Это портал к тебе, папа! Да, столько психов и все в одном месте. Так, Ли, держи всех на прицеле. К девочке грузим золото. Быстро, быстро, быстро! Со земли! Ему нужен воздух, Куль, помоги! Ему нужна живая вода. Я быстро. Я с тобой. Сок земли. Ты на эти деньги любой сок куплю. А сдачу клип с Тимберлейком сниму. Скотик, фу! Зачем нам деньги? Ищи кости. Рогалик, помню ее с детства. Часы и бусы – это вещи мамы и папы. Они поддались зову воды и растворились в ней. Они теперь здесь навсегда. Пошли, а то ими тут навсегда. Я не могу. Пойдем. Там мои родители. Там твой дед помирает. Пошли. Подожди, его спасет только вода. Надо взять фляжку. Нет времени, пошли. Не до фляги уже, сейчас тут все завалит. Давай, давай, давай. Я не пойду. Иди за своими сокровищами. Я сюда не за сокровищами пришел, а за тобой. Пошли. Вперед, вперед, давай, давай. Я быстро. Куда? Кирилл! Стой, сейчас. Фляжка, дед. Спокойно, земляне! Это за мной! Папа! Внимание, рассредоточиться, взять объект во всей бой. Документы собрал на этих липовых экологов. Блин! Как в воду канули. Да вы не переживайте, товарищ следователь. Наш военком и не из таких передряг убирался. Ну, блин. А, что за вонь? Сок земли имеет
жалею! Сколько парней мог в нашу армию призвать? Не успел! Любая усеченная пирамида в своей вершине имеет видящий глаз! Око! А это всегда выход или вход! Черт, 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 пусто! А ну! Смотри, вот он! Полковник идет к нам! Интересно, как называется эта планета? Это Земля, идиот! Где Скотик? Скотик! Скотик! Полковник! Давай, спасай полковника нашего! Давай, вперед! Вот он! И тогда... Руки за спину! Я взял операцию вперед, вперед. В свои руки. Руки за спину! Ты не трожь, я иду сама! Давай, топай! Не трогайте меня! Не имейте права! Я гражданка Америки! Дайана Джонс, она же Динара Тайшева. Вам придется ответить на массу вопросов. И как минимум покинуть нашу страну. Оля! Гражданин следователь, а мы не арестованы? Слушайте, ребят, давайте вы сами себя арестуете, ладно? Органы вами не интересуются. Шофер, синмашина... Хорошая планета. Мне здесь нравится. Дайана. Не утони в соплях, малыш. Крутите, мама. Греби сам, лодырь. Дай сундук. Сундук давай. Ничего, ничего. С такой водичкой лет 500 впереди, а то и 1000. Сначала отосплюсь пару лет. Ладно, год. А потом землю пешком обойду. А что, время ж много. Это я послал твоих родителей к источнику. Под водой есть еще один ход. Кирилл жив. Они дали... Там под водой остался человек. У вас есть водолазы. Пожалуйста, спасите его. Потом... Потом и карьерой займусь. Я уже вижу афиши. Юбилейный концерт. А мне 150 лет. Как настоящий подводник. Радость и горе всегда ходят под руку. Случайно не того. Любовь спасла. Я присягаю на верность своей родине, Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и отечество. Поздравляю! Служу Российской Федерации! С тебя еще 30 штук, Кирюша. Ну, а как ты хотел? За южное направление. Товарищ полковник, товарищ генерал, что за... Мы с вами такое вместе прошли. Шутка. Не до того мне сейчас, Кирюша. Я ведь теперь в ООН за НАТО наблюдаю. Ну, не подкачай. На тебя сейчас вся страна смотрит. Встать в строй! Есть! Я сейчас... Привет! Ну что, ребята, зажжем, а? Покажем грудь, а? Как будто ветры с гор
трубят солдату сбор. Дорога от порога. Товарищ секретный агент, а золото все со дна подняли. Что подняли, все наше. После комиссионных погоды лодку купили. Все для народа. Понятно. Значит, не все. Любасик, мне пригласили участвовать в федеральной космической программе. Планету защищать будем. А кто мне обещал музей палеонтологии экспозицию обновить? Хорошо, Альбертик. Дома поговорим. Простите, а вас как зовут? Вообще-то Оля. Но для друзей Рокси-бокси. Матрос, встать в строй! А может быть, я стану старшиной. Прости, что не сумел сказать, что буду смел. Давай, сынок! One, two, one, two, three, four! Ну давай, давай, давай! Давай, давай, морячок! Не плачь, девчонка, пройду дожди. Вот так вот. Солдат вернется, ты только жди. Пускай далека твой верный друг. Любовь на свете сильней разлука. Пускай далека твой верный друг. Любовь на свете сильней разлука. Продюсером стану! Ребят, а кто это? Ой, живой. Ну? Сколько ж мы с тобой не виделись? Лет 400. Побывали бой. А, вместе тесно! И врозь, не в моготу! Привет, сокровище! Отключен телефон, забытые в сетях. Я спрячу тебя навсегда в своих руках. Седьмая ночь без сна, четвертый день без слов. Ее улыбка больше, чем любовь. Больше, чем любовь. Бывает иногда, просто увидишь ее с какой-то умной книгой посреди вагона метро. И вдруг не важно, что ты проехал свою станцию, что кто-то ждет и никто не просил остаться, что ты студент на грани отчислений, что в военкомате весеннее обновление. Зимой и лето обязательно бы вернулось, если бы она еще хоть раз тебе улыбнулась. Под проливным дождем, холодным утром, хочу держать не телефон, твою руку. Все, что могу сказать, она поймет без слов. Ее улыбка больше, чем любовь. Отключен телефон, забытые в сетях. Я спрячу тебя навсегда в своих руках. Седьмая ночь без сна, четвертый день без слов. Ее улыбка больше, чем любовь. Уже два месяца каждый день с тобой встречаю. Это любовь или ты просто чудо, я не знаю. Зачем смотреть футбол, хожу с тобой к друзьям. Не знаю, почему ты нравишься моим родителям. Не знаю, как вообще все это происходит. По знаку зодиака мы реально не подходим. Но день за днем проходит, и если это не любовь, она и не нужна мне. Просто будь со мной. Под проливным дождем, холодным утром, хочу держать не телефон, твою руку. Что могу сказать, она поймет без слов. Ее улыбка больше, чем любовь. Отключим телефон, забытые в сетях. Я спрячу тебя навсегда в своих руках. Седьмая ночь без сна, четвертый день без слов. Ее улыбка больше, чем любовь.
видишь ее с какой-то умной книгой посреди вагона метро. И вдруг не важно, что ты проехал свою станцию, что кто-то ждет, и никто не просил остаться, что ты студент на грани отчисления, и что в военкомате весеннее обновление. Зимой лето обязательно бы вернулось, если б она еще хоть раз тебе улыбнулась. Отключим телефон, забытые в сетях, и спрячу тебя навсегда. Без слов.